Всем привет! Сегодня бот, не знаю, как это назвать, вроде бы и не ретро-обзор, потому что Xbox 360, он, конечно, уже устарел, но данная приставка у нас новая, поэтому просто напишем в заголовке распаковка и обзор, или просто распаковка, анбоксинг Xbox 360, 500 гигов Forza Horizon 2 в комплекте. Вот, только что, поехал буквально коту за едой и прикинул. Зашел, смотрю, почему не взять? Вот захотел, все, взял. Долго думать, нафиг надоело. Так, что здесь у нас за... То есть она полностью новая, она не вскрыта, тут все запломбировано. Наверное, все запломбировано. Скотч, если это назвать пломбой, стоит вообще. То есть обычная приставочка, которая продается практически в любом магазине. Видео, юмор, связной и так далее. На правах антирекламы. В комплекте прописано у нас, что здесь у нас. Консоль 360 ES со звездочкой. Что звездочка? Смотрите, Xbox Cam, Xbox 360 спец, не знаю, не понимаю. Жесткий диск внутри на 500 гигов, 4 USB разъема в комплекте, Вообще класс, в комплекте 4 USB разъема, класс. Может быть, они отдельно продаются. Внутренний модуль Wi-Fi. Смотрите, так, что это у нас? Сноска 3. Где она, сноска-то 3? 1, 2. Не вижу, смотрите, на дне упаковки. Ладно, не будем трясти. Так, далее. Композитный аудио-видеокабель, стандартная четкость. Тоже на дне написано, что под знаком единичкой. Код для загрузки игры Forza Horizon 2. Ну, или 2, как уж вам удобнее будет. Логотип. То есть я-то думал, что изначально она идет на диске. Не, нифига. Ну ладно, не суть важна. Поиграем сегодня в доску. У меня просто это единственная игра будет сейчас. Так, дальше. Один месяц золотого статуса Xbox Live Gold. Как я понял, он дает, по-моему, возможность играть онлайн, да, и все. Нет? Если я что-то путаю, пожалуйста, поправьте меня прямо сейчас в комментариях. Ну и совместимость Xbox Smart Glass. Понятия не имею, что это такое. Будем читать, разбираться. Так, ну что ж. Мой любимый ножик, которым я все режу. И вскроем приставку. Честно, давно мечтал. Хотел, конечно, еще подумать насчет Xbox One. Да, в принципе... Мне только так поиграться, и в нормальной игрушке я могу и поиграть на пеке. Сейчас, наверное, начнется хай. Консольщики против пек. Так. Все. Да. На-на-на-на-на-на. Да, вам плохо видно, понимаю. Стол высоко, не стал заморачиваться. Все, открываем, распаковываем. Тоже логотипчик Xbox на верхней крышке. Дополнительное. Воспользуйтесь одним месяцем золотого статуса Xbox Live Gold прямо сегодня. Так, что дает Xbox Live? Больше возможностей со статусом Gold, дополнительные функции многопользовательского режима, бесплатные игры и эксклюзивные скидки до 50-70% на игры в магазине Xbox и не только. Ну и опять сноска, бесплатные игры, только для участников, платящих подписку на золотой статус Gold, для использования которых игры... Использование некоторых игр может понадобиться сенсор Kinect и бла-бла-бла-бла-бла. Ну ладно. Так. Что у нас здесь в комплектации? Так, что у нас сначала открывается? И в пакете это у нас... Ага, это у нас блок питания. Какая-то маркировка непонятная. Вот так вот будет видно. Блок питания. Сейчас даже вскрою сразу. Анбоксик. Что за... Вот такой офигенно здоровый блок питания. Ну, как обычно, стандартная вилка. И вход.
Нормально так. Чё он такой большой-то, блин? Угу. Окей. Так, далее. Все там же, на дне. Композит SCART переходник, который продает по 100 рублей из магазина. Ну, это же оригинал, позолоченный контакт. Классно. А, далее. Далее. Что у нас в черном ящике? Ну, вот он сам по себе композит, что ли, да, получается? 3,5 джек на 3 тюльпана. Так, далее. А, кусок от блока питания, кабель силовой. Так, все, в этом отсеке все. В маленьком отсеке. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, код светить, наверное, не будем. Вот он. Тут код у нас там прописан. Мануал. Мануал. Это, в основном, что-то для джойстика, что ли? Мануал. Месячный gold статус. Код прописан. Так. Игра. Я так понимаю, здесь у нас надо стирать. Получается, что ли? Да, наверное. Да, наверное, стирается. Честно, не знаю еще. А, сам не проверял. Ни разу, если честно. Так, еще какая-то важная информация. Так прописано, очень важная. А, безопасность и сохранение здоровья. Далее идем. Далее. Здесь у нас... А, еще маленькая бумажка осталась. Xbox 360. Это что вообще такое? Это что за портянки такие? Ну, очень профессионально. Очень профессионально такую портянку ложить. Нет бы книжкой сделали, блин. Для удобства уже, да? 21 век на дворе. Так. Два отдела у нас уже пустые. Здесь у нас одна из самых важных частей. Без нее не получится поиграть. Это у нас геймпад. Или джойстик, как хотите. Ну, все. Сегодня будет жара. Отсек под батареи. Так, что еще? Все, супер. На. Джойстик оригинальный. Извиняюсь, геймпад. Ощущение такое, как будто я распаковываю реально уже устаревшую приставку, консоль. Хотя 360 еще пользуется офигенным спросом. Очень много на тех же сайтах Связного, Юморта и прочее. Отзывов, ну, настоящих отзывов про то, как они покупали, как они довольны, что все им вообще нравится, все классно и шик. Ну и то, ради чего вообще это все происходило. Опа! А, кстати, да, тут у нас еще, по-моему, батарейки были для джойстика. Батарейки у нас Duracell. Так, до марта 2021 года. Не видно, наверное, да? Блин, это что, обычно батарейки, да? Ребят, еще посоветуйте, пожалуйста. Сайт в 2015 году изготовлено. Нормально. Посоветуйте, пожалуйста, какие у вас аккумуляторы. Я так понимаю, что джойстик можно заряжать. Там специальный кредл, что ли, в док-станции идет. Очень буду надеяться на вашу помощь. Так, все. Коробка у нас полностью пустая. Один картон остался. Ну и пока у нас есть время на камере, у нас, слава богу, еще есть половина времени, откроем мою мечту, грубо говоря. Теперь не надо будет пеку включать периодически, если что-то захотелось, чисто отвлечь душу. Все новое, все классно, все открыли, убрали лишнее.
Все, класс. Ну, ничего такого особенного здесь в ней самой нет. Приставка, приставка, глянцевая поверхность, которая очень сильно, говорят, покрывается микроцарапинами. Поэтому я не знаю, как кто решает данный вопрос. Так, это у нас что? Это у нас USB выход, подключение по Wi-Fi. Вот. А по поводу глянцевой поверхности, не знаю, ребят, подскажите тоже, пожалуйста, я в этом деле новичок. Это у меня вообще первая консоль Xbox 360. У меня не было ни первой, ни второй. Ну, что еще рассказать? Крышка с радиатором. Это для тех, кто, наверное, вообще еще не купил. Два выхода на передней панели, два выхода сзади. LAN. Это у нас что? Kinect. HDMI. Аудио-видео. И вход. То есть, и вход под блок питания. В принципе... Вот такой комплект. Оп, батарейки поставим уже сразу и пойдем подключать, проверять нашу консоль. Так, я думал, сначала сюда вставляется, забыл, что здесь есть отсек специальный под батареи. Так. Это у нас вставляется вот так, а это у нас вставляется так. Плюс-минус, полярность, все дела. Так. Угу. Вроде все правильно сделали. О, все. Сам джойстик включился, значит, батарейки поставил правильно, полярность соблюдена. Все, супер. Ну, такие вот дела, ребят. Будем тестировать, проверять, загружать игрушку, подключаться к нашему домашнему Wi-Fi. Вот. Мы запомним ее такой. Все, ребят, всем пока. Спасибо, если вы посмотрели этот ужаснейший обзор. Ну, вот я так, конечно, шучу. Вот. Вы были первые, кто его увидел. Сейчас будем испытывать, загружать игрушку. Microsoft'у дополнительно получилась реклама. Стоит ли вообще эту игру брать или уже не, приставку брать или не брать. Не знаю, я буду делиться своими впечатлениями на своем блоге, либо здесь же на YouTube. В принципе, я взял-то... Люблю гонки на консолях, не могу играть даже с тем же самым джойстиком на пеке, ну, пока. Не мое, это все еще от ретро приставок осталось, то есть это Dreamcast, это у нас Sony 1-2, да, что говорить, это все еще от Dendy осталось, и Virtual Racing, например, если брать гонки на мотоциклах, на Sega Mega Drive 16-битный. Все мы помним ее отлично. Вот. Ну, а это у нас чуть-чуть небольшой сдвиг в более современный мир уже. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте палец вверх или вниз. Делитесь видео и ставьте комменты. Пожалуйста, по поводу комментариев. Все, что я спросил, очень буду благодарен, если вы мне ответите на все те вопросы, которые я там задал. Что, как, к чему, например, по поводу аккумуляторной батареи, например, потому что сейчас это просто батарейки, я, блин, думал, что там будет уже в комплекте зарядка. Нет, нифига подобного. Вот, придется, видимо, покупать аккумуляторные батареи. Как заряжать, какими лучше док-станциями пользоваться, оригинал, не оригинал. Какие аккумуляторы больше подходят, потому что, ну, Duracell это Duracell, все мы про них знаем. Возможно, какие-то, например, GP, да, GP батарейки мне очень нравятся, они довольно-таки серьезно себя позиционируют, дешевые брать мне очень хочется, хотя, с другой стороны, и играю-то я, ну, играть буду не часто. Вот.
Вроде бы все вопросы. А, и еще насчет прошивки. Чуть попозже скину. Какая-то у меня версия, хотя вроде бы на коробке уже было написано, да, и так визуально. Год я все равно прошивать не буду, так как это все-таки гарантии и прочее. Еще подскажите по поводу, как играть, чем прошивать лучше, можно ли играть после прошивки или можно обойтись фрибутом в онлайн игры, хотя онлайн я тоже не особо любитель играть. Может быть, что-то тоже посоветуете, где-то гонки какие-нибудь. Вот. На этом все. До новых встреч. Жду ваши комментарии. И если будут интересные комментарии, я даже запишу видео по поводу, ну, видео вопрос-ответ с вашими комментами, если они как бы мне помогут. Все. Всем пока еще раз. До скорых встреч.